Любительский футбол хорошо знает свое место. Исторические события здесь не происходят. Почти всегда. Но сейчас не так. 3 дня остается до старта чемпионата Москвы. 3 дня до конца, до заявочного окна. А самая богатая команда прошлого сезона, «Атлантис», за которой играло много недавних футболистов премьер-лиги и сборной России, так и не заявилась. Это означает, что заканчивается карьера Романа Широкова. Он сейчас не заявлен ни за одну команду. Не так должны заканчиваться большие карьеры. Роман, наша молодая, амбициозная и очень красиво играющая команда «Эгриси» приглашает тебя к себе. Через 3 года, может быть, через 3, мы выиграем ЛФЛ, и в этом будет твой вклад. Приходи к нам, Роман. Я позвоню позже, над этим нужно подумать.